Масштабный ремонт дорог в рамках национального проекта. И речь не только о городских магистралях, но и тех, что соединяют деревни и поселки. Есть места, где восстановление проезжей части жители ждали десятилетиями. Ну а цифры говорят сами за себя. В планах до конца этого года отремонтировать порядка 97 километров автомобильных дорог Чувашской республики. В этом году в республике в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» планируется капитальный ремонт 40 дорожных объектов. Специальная комиссия во главе с министром транспорта и дорожного хозяйства Чувашии Владимиром Осиповым начали проверку качества выполняемых работ с автомобильной дороги Калинина-Батырево-Яльчики. Данная дорога построена в 1960 году. В 1980 году она ремонтировалась участками. И вот данный участок именно не ремонтировался с 1980 года. Контракт с подрядчиком подписан на 2 года. Спустя это время дорогу от Комсомольского до поселка Ибреси, известную своим плохим покрытием, наконец отремонтируют. Да еще и по новой технологии – холодной регенерации, то есть переработки материалов. Ну, в данный момент мы разбираем асфальтобетонное покрытие, потом пойдет разборка дорожной одежды и устройство дорожной одежды. Это стабилизирующий слой с добавлением нового материала 7 сантиметров и с добавлением минерального вяжущего. Это у нас 4% цемента. После чего мы кладем черный щебень. В этом году мы пройдем 1,5 километра по покрытию и все искусственные сооружения. Также в этом году продолжается капитальный ремонт таких наиболее крупных объектов, как автомобильная дорога Мурпасад-Волга-Козловка Мариинско-Посадского района и дорога Ахматова-Ордатова в Алатырском районе. На этот год предусмотрено на ремонт 2 миллиарда 580 миллионов рублей. За эти деньги мы должны отремонтировать порядка 97 километров автомобильных дорог. Специалисты обещают контролировать и качество работ, и состояние дорог в гарантийный период. Екатерина Шеверова, Игорь Зверев, Республика.